Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Сегодняшний выпуск рубрики «Skizzle & Tools» посвящен выбору разделочной доски. Да, я знаю, что в интернете целая куча роликов, посвященных этому делу. Но вы регулярно меня спрашиваете и про кастрюли, и про сковородки, и про доски. Не могу же постоянно толкать вас на разные ресурсы, потому что это выглядит, как будто отмахнулся. Поэтому сегодня хочу рассказать свои впечатления и свои доводы в пользу выбора того или иного важного инструмента. Инструмент действительно важный. Он для меня, на мой взгляд, он занимает второе по важности место. Первое – это нож, а второе – доска. Итак, самое первое, что хочу подсказать, на мой взгляд, самое дурацкое и бесполезное, если только не вспоминать про стеклянные доски. Это вот такая вот тонкая пластиковая штука. Да, на ней не тупятся ножи. Да, она легкая. Да, ее можно свернуть и куда-то убрать. Но черт возьми, какая же она неудобная. Очень важно, когда я на кухне работаю ножом, чтобы продукты, которые мне нужно нашинковать, нарезать, не ерзали на столе. Потому что ерзание, неустойчивость повышает риск травмы. А вот эта вот фитюлька гнется, как не знаю что. И единственное, для чего я использую такие доски, мой режиссер купил их несколько штук, так это для заморозки, как подставка для заморозки пельменей в морозилке. Да, с этим они справляются легко. Либо когда мне нужно накрыть, допустим, сковородку с остывающей какой-то там едой, а крышки такого размера нет. Для всего остального это не годится. Вот эта досточка, она пластиковая, она сделана из хорошего пластика, она поудобнее. Ее минус – она маленькая. Я уверен, что этот ролик смотрит и моя мама. Она всю жизнь пользовалась вот такими фитюльками, чтобы быстренько приготовить и все сделать. На самом деле, так как она нарезает, шинкует какие-то овощи, она делает это, как правило, на руках. Ей доска-то не нужна. Но если пользоваться ножами правильно, а правильно я имею в виду, так как это делают профессионалы, то доска нужна большая. Профессионалы не потому профессионалы, что они где-то там учились и прочее. Нет, за долгие века кулинарного искусства давно уже были разработаны основные принципы работы на кухне, которые позволяют обезопасить и ускорить процесс выполнения нарезки, шинковки и прочего. И если потратить свое время, ну, у меня, например, обучение нарезке ножом, вот так как я шинкую, вы видели во многих роликах, вот обучение этому заняло в общей сложности, наверное, месяц. Мне пришлось себя заставлять шинковать именно так, как я это делаю сейчас. И вот я вышел на ту скорость и то удобство работы, который вы видите сейчас. Больше я ничего, никаких усилий не прилагал. Если еще учесть, что в течение этого месяца я не каждый день это готовил, шинковал не каждый день, мягко говоря, и делал это не по часу. А, ну, надо, допустим, одну луковицу нарезать, я это делаю. Нужно пучок петрушки нашинковать. Я заставляю себя именно так вот делать, и все начало получаться. В результате сейчас мне гораздо быстрее нашинковать, не знаю, там, 3-4 килограмма овощей ножом, чем делать это на терке, там, на строгалке Бёрнера. Вот. С этой точки зрения, эта доска неудобна. Она маленькая и она тонкая. То есть ее толщина около, наверное, 6,5-7 миллиметров. Так как она тонкая, она тоже ерзает. И даже подкладывание увлажненного полотенца под нее зачастую не спасает. Да, если нужно шинковать, не знаю, там, 2 зубчика чеснока, то это можно сделать на этой досточке и бросить. Но если вы готовите там на семью хотя бы из 3 человек, то с такой доской пользоваться, готовить, вы будете дольше, чем при нормальных размерах. Специфика этой доски – нашинковать и с этой доски смахнуть все в кастрюлю. С профессиональными досками так не работают. Переходим к профессиональной доске. Вот. Это доска из пластика, достаточно массивная, достаточно тяжелая. Приобретал ее в специальном магазине для ресторанов. Ее размер такой, что уже неудобно поднимать ее и смахивать что-то там в кастрюлю, хотя я иногда это и делаю.
но она очень хорошо, очень плотно лежит на столе. Я зачастую даже полотенце не увлажняю, подкладываю под нее. Все на ней прекрасно шинкуется. Я снимаю с нее ножом, с руки смахиваю все эти самые продукты. И ножи она не тупит. Прекрасно. Все пластиковые доски при этом очень хорошо отмываются в судомоечной машине. Следующая доска. Деревянная. Вот эта доска мне очень нравится. Она сделана из бамбука. Она служит уже очень много лет. В отличие от досок даже такого размера, больших, из фанеры, с нее не щебится, нет ни деревянных осколочков, ничего. Хорошо отмывается и очень неплохо держит влагу. Очень неплохо, я бы сказал. Зачастую ее и в мойке, в воде оставляют там дети и мой режиссер. И она лежит там час, два, три, и ничего, служит. Очень удобно. Размер, опять же, вот это вот большой минус ее. Размер маловат. Маловат. То есть нарезать одну картофельную можно с удобством, больше уже начинает у нее сваливаться. Когда с доски что-то сваливается, нужно подобрать, потерять на это время. Поэтому размер важен. Следующие доски. Вот эта деревянная доска, вот эти две деревянных доски, буквально неделю назад приобрел мой режиссер специально для съемок, как он сказал. Они красивы. Вот эта доска сделана, похоже, из оливы. Олива – прекрасный материал для досок. Долговечный, твердый, размер очень хорош. Я ее еще не использовал долговременно, поэтому не могу сказать, насколько долго она будет служить, не рассохнется ли. Она клееная, как вы видите. Посмотрим. Но размер прекрасен. И достаточно легкая. А вот это вот торцевая доска. Я знаю, что многие подписчики моего канала смотрят еще и канал славного друга Обломова. Он недавно заказывал у какого-то мастера себе доску для съемок. Она выглядит красиво, безусловно. Я на ней уже снимал, по-моему, один или два ролика, резал что-то. Использую ее, честно скажу, только для красоты картинки в кадре. Несмотря на то, что эта доска долговечнее, чем вот такая доска, она красивая, она слишком массивная. Такую доску нельзя отмывать в горячей воде долго. За ней нужно ухаживать, ее нужно пропитывать маслом. То есть оборотная сторона вот этой самой красоты – это сложный уход. Гораздо более сложный против пластиковой профессиональной доски. Но оставить я ее оставлю в своем гардеробе, естественно, и буду периодически что-то на ней снимать, показывать. А может быть, подавать что-то красивое для вас, мои дорогие зрители. Про стеклянную доску я сказал в самом начале, это полный отстой, и пользоваться ими не стоит. Размер этой доски очень хороший. Прекрасный, я бы сказал, размер. Ничего с нее сваливаться не будет. Служить она, видимо, будет тоже достаточно долго, я надеюсь. Вот и все. Я надеюсь, что я достаточно полно раскрыл свои доводы в пользу выбора вот этой доски. Она меня устраивает совершенно полностью. Где покупать эти доски, не спрашивайте, потому что покупал, ну, вот эти вот зеленые тонкие я вообще покупал, вез сюда из России. Это купил здесь, и боюсь, что здешние адреса вам ничего не скажут. Я даже марки это и не знаю. Поэтому, прежде чем взвиваться с криками, да куда она такая большая, или мне это неудобно, вспомните, что для того, чтобы готовить быстро, нужно использовать ту или иную технологию. В Средней Азии режут все на руках. Естественно, что для такого способа нарезки доски не нужны. Поэтому на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за компанию. Всем пока.